Всем привет! Спасибо, что зашли ко мне на видео. Мы сегодня вместе с вами чуть-чуть поварим сыр. Видео про сыр выйдет отдельно. Сейчас накормим коров и коз яблоками. И самое главное, я вам расскажу, как меня на Кубани обвесили. По дороге из Крыма мы заехали покушать и на рынок. И там мне продали дыню, обдурили на 100 с лишним рублей на 2 килограмма. На 2. И я расскажу, в каком месте дурят проезжающих. Мои впечатления о Крыме, а также немножко видео о моей жизни вы увидите, если останетесь и будете смотреть видео до конца. А также посмотрите на пуховые платки, которыми я занимаюсь, которыми вяжу вместе с подружками. Лучше наших платков вы не найдете, вы можете их приобрести. Нежный. Смотрите какой. Летящий. Оренбург 10 стоит 8 тысяч. Платков, палантинов, косынок из Оренбурга, а также наших местных, а также из пуха моих коз, а также самих коз вы можете увидеть на других моих видео. Обзор на все пуховые вещи я выпускаю отдельно. Вы можете позвонить мне по телефону 8 960 87 094 67 и заказать любую понравившуюся вещь. Все ссылки на все телефоны будут в первом комментарии. Если вдруг вам надоело смотреть на мою сельскую жизнь, как я кормлю коров, то сейчас посмотрите видео про то, как мы уезжали с Крыма. Из Крыма. Крым — это полуостров, и в комментариях мне написали, что нужно говорить «из Крыма». А про коровок посмотрим чуть позже. Вон там стадо козий, там наши козы тоже есть. Они, ну как попали, они ходили, а это паслось. И, в общем, они там и остались. Сначала одна с козлятами туда ушла, потом вторая с козлятами. Ну, я с хозяином переговорила, так они там и будут до осени. Потому что там наши козы тоже есть. По идее, там должно быть две козы и три козленка. По идее, вот так. Насколько я знаю. По дороге из Крыма нас навигатор повел по другой дороге через Ростов. И, в общем, здесь на протяжении всей этой дороги вот такие шикарные ярмарки. Чего только нет. Цены, ну, приблизительно одинаковые. Орех грецкий 300-350, персики 200-220, нектарины 220, виноград от 150. Ялтинский лук, который в Феодосии был по 90, здесь, вот здесь 160, до этого был 150, но мы купили по 150. Арбузы с дынями не знаю, вот это, друзья, холодок лежит. Его сразу видно, что он холодок, он совсем другой. Вот это желтый, это тоже арбуз, я думала, дыня. Дыни вообще какой хочешь. Ну, то есть здесь можно затариться на любой вкус. Такую тыкву я купила домой, потому что она очень красивая. Фигурочки, вот видите, смотрите. Ну, здесь, то есть, вообще на любой вкус. Орехи вон висят, там мед всякий. И чурчхелы, и специи, и масло растительное, и помидоры. Ну, просто глаз радуется. Здесь такое бойкое, оживленное место. На дороге М4, видите, здесь вот кубанская ярмарка. Все они называются кубанские ярмарки. Красотища, конечно, неимоверная. С дороги вот эти тыквы так красиво смотрятся. Здорово. Все это изобилие я фотографировала. А фотографии смотрите в моей телеге, в моем телеграм-канале. Но я не могу ничего выложить. У меня стоит в телефоне крымская симка. А я ее не могу достать. У меня нет вот этого штыречка, который, ну, которым надо нажимать, чтобы слоты с симками вытащились. И вообще у меня вообще ни связи, ничего нет. Потому что крымская симка, все, она здесь уже не работает. У меня осталась билайновская, на ней нет денег, и я положить не могу деньги, ну, потому что интернета нет. Вот. Надо как-то из положения выходить. Девочки, ну самые интересные места мы, конечно, уже проехали. Меня сейчас очень прельстили вот эти красивые облака. И вы знаете, настолько часто попадаются ярмарки на Кубани, в Ростовской области. Такие они живописные, такие красивые. Такие в них цены, ну, в общем, разные, можно сказать. Вот не купили мы в Ялте лук по 90 рублей, а после того, как уехали с Крыма, нам его резко захотелось. А тут уже 150 рублей. А если связка лука, ну, вот прям в косичку заплетенный, слушайте, что-то там вообще какая-то цена такая неимоверно дорогая. 190 рублей килограмм.
В общем, они завесили и говорят 460 рублей. А я услышала, что 90, но я брать отказалась. И, в общем, мы на другой ярмарке уже нашли лук по 90 рублей. Вот вы знаете, честно, он вроде как и не нужен, но просто столько про этот лук. И вы тоже писали лук, чешуйки там считали в комментариях. Так как я его никогда не ела, ну, купили мы лук, специально ходили искали. Диана купила тыкву. Купила ее по 70 рублей. Мы решили, что тыквы больше нам не встретится. А она по мере приближения к Волгограду и Саратову все дешевле и дешевле. И вот на последней ярмарке я купила по 50 рублей. На 20 рублей я ее обскакала. Но теперь мы, значит, смотрим вот на последней ярмарке. Друзья, она уже по 40. В общем, с тыквой нам не повезло. Но мы, вы знаете, вот едем и, знаете, что обсуждаем. Очень много... Инфраструктура выстроена. Вот вы меня ругали, что я говорю, что в Береговом мало инфраструктуры, говорите, она там есть. Но я имела в виду, что она не такая, как в городах. А вот по трассе много ярмарки, во-первых. Ну, это, конечно, нельзя считать инфраструктурой. Но это такой, как бонус, знаете. Во-первых, очень красочно. Во-вторых, интересно. В-третьих, вот такие, как мы, которые не покупают у производителя, а покупают как бы у перекупщиков. Ну, потому что это уже наш последний шанс, вы понимаете? Люди, которые торгуют в этих развалах, они дают проезжающим шанс купить хоть какую-то память. В общем, все охотно останавливаются. Я про другое хотела сказать. Очень много столовых. Столовые, кафе, причем, знаете, сетевые. Ну, трасса, видимо, оживленная. Вот мы сейчас остановились. Я, по-моему, не снимала, а может, снимала. Если снимала, я вам поставлю. Я взяла лапшу на курице. Вы знаете, я лапшу на роллтоне, но не ела уже лет 50, наверное. Не помню сколько. Ничего неплохая, главное, там кусок курицы был. И два пончика. И все дело обошлось мне в 190 рублей за всю мою поездку. Это был самый дешевый обед, который я купила себе на трассе. Потому что в Крыму, ну, в общем, там от 360 до 800 наша еда стоила. Ну, если мы так собирались прям посидеть. Вот, я про что хочу сказать. Не надо варить яйца, не надо жарить кур. Можно остановиться и поесть. Ну, трасса, конечно, загружена. Мы уже два раза вот здесь, в Ростовской области, стояли в пробке. Вот шахты, видите? Мы рассчитываем проехать еще 200 километров, а потом остановиться, потому что мы выехали в 3 часа ночи. В 3 часа ночи проснуться, но, может быть, в 4 выехали. Где мы остановились, я вам покажу чуть дальше. А сейчас я вам расскажу про ту ярмарку, где меня надурили. Друзья, ну, в общем, с таким восторгом я вам рассказывала про это кафе «Кукуруза», про рынок, про заправку. Там рядом еще и отель был. Это, по-моему, 995-й километр трассы М-Дон. Я потом специально приехала домой и посмотрела. Потому что, когда я завесила дыню, которую купила там, узбекскую, и мне сказали, что там 7 килограмм на 360 рублей, по 50 рублей за килограмм, приехав домой, я ее завесила. А почему завесила? Потому что повадки продавца сразу показались мне подозрительными. На самом деле, меня обвесили на 2 с лишним килограмма. Это по деньгам 100 с лишним рублей. Имейте в виду, что там вас обвешивают самым жестоким образом. Не хлопайте ушами, господа туристы. Вот на этом 995-м километре, где кафе «Кукуруза» и рядом рыночка буквы «Г», не ходите к этой тетке. Я вас предупредила. Вас там обвесят. Я им обязательно напишу отзыв. Там, правда, на рынок нет отзыв, но есть отзыв, где вот мы обедали в кафе. И я им там напишу, чтобы они не ходили, не покупали в этом месте ни овощи, ни рыбу, потому что там дурят самым жестоким образом. Девочки, ну простите, что я жую. Мы по дороге остановились, ехали, нам надо было найти отель. Вот мы просто наобум завернули в первый попавшийся. Нет, первый самый мы проехали, который нам попался. И попали в прекрасное место, совершенно случайно, можно сказать. Это Белая Калитва, поворот на Морозовск. Это Ростовская область. Вот дальше мы поедем до Суровикино по такой пустынной трассе. В общем, нам надо остановиться, потому что Виталий Викторович, он едет 14 часов, представляете? С 3 часов ночи, вот сейчас 5 часов вечера. Ну, надо передохнуть. Тем более, я-то ближе живу. Мне еще 300 километров, по-моему, а им еще 700 ехать. Ну, в общем, мы решили остановиться на ночевку, как сделали в тот раз, когда ехали на море. И попался нам вот этот отельчик. Я хочу сказать, что просто прекрасный. Даже, можно сказать, неожиданно хороший.
неожиданно хороший. И территория, и номера. Смотрите. И, видимо, он новый. Я так смотрю по растениям. Ну, года 2-3 ему. Судя по посадкам. Смотрите, как камфис разросся. И вы знаете, в таком пустынном месте, ну, как бы ничего не предвещало, что мы попадем в очень приличный отель. Стоимость номера здесь 2200. Сейчас зайду домой и покажу. И самое интересное, что номер укомплектован. Ну, как всегда, джентльменский набор. Телевизор, холодильник, фен, туалетная бумага хорошая, шампунь, гель для душа. Ну, то есть, вы знаете, не во всяком отеле это есть. Куча полотенцев, там, по-моему, 3, как положено. Очень здорово. Мой номер вот этот. Вот, вот здесь я живу на первом этаже. Двуспальная кровать. Сейчас покажу внутри. Посмотрите, как красиво вокруг. Эти номера выходят вот сюда, во внутренний дворик. Вот видите, ну мой получается на дорогу. Ну и вот здесь вот такой прекрасный вид. Кампсис разросся, видите, как деревья. Здесь, судя по всему, когда-нибудь будет беседка. Горшки, посмотрите, ну прям очень симпатично. Вы знаете, ну как, не, ну правда, не ожидали мы на трассе встретить такое прекрасное место. Потому что на трассе здесь какая-то, знаете, и подъезд такой непонятный. И рекламы никакой нет. Попали, можно сказать, совершенно случайно, я вам уже сказала. Вот там белая калитва. Так что имейте в виду, если поедете по этой трассе, Волгоград, Морозовск, белая калитва, а дальше шахты, шахты Ростов-на-Дону, то вы попадете вот сюда. Но мне не жалко про это рассказать, потому что на самом деле очень хорошо. Это ресепшн. Это сруб, девочки. Ну вот так. Номер маленький. Ой, здесь картинки даже есть, лошадки какие-то. Вот как по мне, здесь баней пахнет. Может, это бревна так пахнут. Не знаю. Ну и вот вид, откуда мы сейчас пришли. Балкончик со стульчиками. Неплательщики отсюда могут уйти. Вот видите. Молодец тот человек, который это все сделал. В кафе мы там сейчас пообедали. Ну так, ничего. Не фонтан, но нормально. Можно сказать, что все хорошо. Так что вот, приключения продолжаются. Ой, упал у меня кошелек. Сейчас уже сниму все вам одним дублем. Вот. Здесь такое стекло матовое, видите, на двери. Вот такой санузел очень красивый. Фен, полотенце, номер же двухместный, вот три полотенца, раковина, горячая холодная вода, вот так. Всем привет, завтра буду дома наконец-то, я думаю, что еще до обеда, если дай бог все будет хорошо. Ну вот, небольшой обзор отельчика, делать здесь, конечно, нечего, вот просто переночевать и, как говорится, спокойно уехать. Девочки и мальчики тоже. Я никогда домой не доеду. Мы сегодня встали и уехали с нашего моря, с берегового. Уехали еще, встали в 3 часа, уехали в 4. Сейчас у нас 8 часов вечера. Мы остановились на ночевку вот в таком интересном отеле. Целый день у меня не было интернета, я не могла поменять свою крымскую симку, ну, потому что в телефон надо было залезть иголочкой в это гнездо. Ну, понятно, вытащить слот со симками, да? А иголочка откуда? В дороге откуда иголочки? Ну, и, в общем, я догадалась, как можно поменять симку, но уже, знаете, к вечеру. Вспомнила, что у меня есть булавочка. Вот, поменяла, поставила. В общем, вот, появился интернет, и я вам снимаю. Мы остановились на ночевку вот в таком отельчике. Я его сняла. Как только мы остановились, вот, посмотрите кадры. И у меня для вас не очень приятная новость.
пока я ездил, мне делать нечего было. В общем, я случайно поудаляла очень много съемки с моря. Ну, то есть кораблик, Ялта, все вот это вот, лебеди, представляете, в Воронцовском саду. Я все большие файлы, видео, у меня телефон был забит, загружен. Ну, я их взяла и удалила так вот. Причем удалила так, что без возможности восстановления. Ну, все, теперь ждем следующего моего поездки, следующей моей на море, чтобы что-то увидеть. И Феодосию, рынок, только фотки остались. Все видеофайлы, я смотрю, у меня память большая на телефоне. Очень большая память, вот. 64 гига. Короче, я не помню. Но очень большая. И она у меня больше, чем наполовину заполнена. Ну, я давай удалять. Ну, в общем, поудаляла. Смотрите, как мы сюда заехали. Ну, и вот, девчонки, сейчас, прежде чем лечь спать, сделаю вам видео, чтобы вы завтра с утра смотрели, пока я буду ехать до дома. Ну, и вот, девчонки, сейчас, вот видите, такой вид у меня за окном. Здесь такие вот рулонные шторы, видите? Я их сейчас приподняла, чтобы вам показать. Ну, то есть, это трасса. Этот отель расположен прямо вот напротив Белой Калитвы. Ну, чуть за поворот проедешь в сторону Морозовска. Здесь дорога. И вот здесь находится этот отель. Здесь метрах в 100. Ну, как бы заодно с отелем столовая. Кормят так. Ну, так. Сойдет, в общем. Цены тоже более-менее. Мы пока ехали. Проехали несколько ярмарок. Купили все-таки ялтинский лук по 160 рублей. Ну, почему лук купили? Ну, потому что, знаете, когда сразу в Феодосии по 90 рублей, думают, зачем он нужен? А потом, знаете, когда с Крыма уехали, ну, как, не знаю, комментариев я начиталась. В общем, стали искать, а он там уже по 150, и по 160, и по 200 был. Я вам вот интерьер отеля пока показываю, чтобы вы просто так не сидели. Кстати, поддельник здесь поплиновый, по-моему. Даже не сатиновый, наверное, а поплиновый. Вот так симпатично выглядит, смотрите. Так что, если поедете в эту сторону, то останавливайтесь. Лук купили. Я купил дыню узбекскую. Потом, что еще? Рыбы. Все в машине лежит. Ну, в общем, знаете, чтобы уже по нолям полностью, вот, чтобы потратить, чтобы приехать домой, был по нолям. И опять начинать работать. А работы очень много, на самом деле. Ну, смотрите, такая здесь душевая. Вот, видите? Это сруб деревянный. И душевая здесь вот стекло. Со всех сторон. Ой, со всех сторон стекло. Вот такой отельчик нам попался. Интересный. По дороге. Да, кстати, не во всех отелях есть фен. Вот это тоже не во всех отелях есть. Вот здесь еще мыльце было. Мыльце я использовала. Вот такой краник. Смотрите, какой классный. Модная раковина. Вообще, я думаю, что этому отелю, ну, может, 2-3 года. Не больше. Вот судя по... как вам сказать, по интерьеру, по дизайну. Это вот современный дизайн. Я думаю, что так и есть. Сплит-система. Все нормально. Вот, это такой небольшой видосик. Вы будете смотреть, пока я буду ехать домой. Так, друзья, я не тот свет выключила. Вот так надо. Вот. Вот здесь еще, смотрите, интересная такая проводка. Вот видите, такая, ну правильно, по срубу какая еще проводка должна быть. Давайте сейчас посмотрим, как лампа горит. О, ну симпатично, конечно. 2200 стоит номер, я же говорила, да? Ну-ка, сейчас мы проверим. Девочки, ну камерная обстановка, смотрите, как уютненько, какая прелесть. Ну согласитесь. Так что вот прям рекомендую. Опять бесплатная реклама. Ну да. А что делать? Матовое такое освещение. Мне очень нравится. И сюда стали вот вечером уже заезжать машины. Две саратовские заехали люди. Куда-то ехали, не знаю, в какую сторону. Мы сидели на балкончике, чай пили. Здесь же балкончики. Вот, смотрим, начали заезжать. Саратовские, потом какие-то грузовичок заехал. Вот, так что отель... востребован. Сейчас очень многие люди останавливаются в таких отельчиках, чтобы переночевать. В кафешках едят. Сейчас яйца вареные. Не, ну люди берут. Ну, некоторые не берут. Я бы даже сказала, многие не берут. Вот, телевизор смотреть вообще не могу. Неинтересно мне. Не могу сосредоточиться. Чушь какую-то показывают. Хотя нет, вчера я по НТВ смотрела «Битву шефов». Но вот «Битва шефов» мне еще заходит. Не знаю, вам, наверное, не слышно. У меня такое чувство, что надо мной слоны какие-то живут. Вот если ты не умеешь ходить, что ты на второй этаж лезешь? Живи на первом.
Ну, знаете, прям бум-бум-бум. Как будто там 120 килограмм человек. И еще ходит, как гвозди вколачивает. Вот есть люди, шумно ходят. Особенно, знаете, по квартире, допустим. Кто-то тихо ходит, я, например, тихо хожу. Я стараюсь пяткой не топать, а когда особенно никто не спит, я ногу ставлю с носка. Но тот, кто заселился наверх, он топает прямо так. Бум. 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 Обалдеть. Какие-то звуки такие интересные. Так вот, в общественных местах спать. Так, ладно, девочки, мальчики, спокойной ночи. Буду я спать. Надеюсь, что они там находятся. В конце концов, улягутся и не будут шуметь, орать и все такое. И вода слышно, как по трубам течет. Обалдеть не встать. Мне сначала домик понравился, но если тут такая звукоизоляция плохая, то мне это уже не нравится. Все, всем спокойной ночи. Завтра рано вставать. Опять. Так, ладно, все, поприкалывались, хватит. Всем спокойной ночи. Всем привет! Я проснулась, время 5 час. Наверное, половина 5. Думаю, дай-ка я выйду, посмотрю. Загруженность отеля. Смотрите, сколько машин. За это время приехали люди ночевать. Ну, пока я спала, я вчера рано легла. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот, пожалуйста, 12 номеров занято. Говорили. Ой, что-то холодно прям. Ну, то есть, вот, пожалуйста. Видите, сколько народу? 26, 126, 116, 198, 761, 763, что-то 164. Вот так вот. А потому что всем охота спать в нормальных условиях. Ну, все и спят, я одна не сплю. Мы уезжаем. Время у нас 5 часов. А вы, кстати, обратите внимание, 5 часов, а темно-то как. Мы уезжаем, опять будем переправляться через Дон. Нам до Дона километров 300 еще. А может, меньше. Нет, наверное, меньше все-таки чуть-чуть. Вот так выглядит гостиница, где мы ночевали. Смотри, сколько народ понаехал. Пока мы спали. Ну, правильно, а где спать? Ну, хотя вот, когда выезжаешь на такую, на главную трассу, вот здесь за Белой Калитвой, в сторону Славянского на Кубани будет поворот. Направо, направо. И там, в общем, еще проедешь мимо Ветряков, и будет поворот налево, и дальше поедешь. Но там полно всяких гостиниц, отельчиков. То есть ночевать, в принципе, есть где. Друзья, ну мы уже на подъезде к дому заехали на Лукойловскую заправку. Это одна из последних заправок перед въездом на пустынную дорогу, где вообще ничего не будет. То есть сейчас мы заедем и поедем к Дону через переправу, а там пусто. Ну, может быть, там и не пусто, но заправки вот такие не попадаются. И поэтому заехали, ну, здесь много народ стоит. И вы знаете, я вам сейчас покажу. Люди приехали с холодных мест. Тоже саратовские номера. Ну, то есть, пока мы катались, похолодало. Соответствующая одежда на людях. Джинсы, куртки и я. Смотрите на меня. А у меня вообще теплого с собой ничего нет. То есть, за эти 10 дней, пока нас не было, погода изменилась. Вот у меня с собой из теплых вещей только платок. Потому что сразу видно, что наступила осень. Вы знаете, что я вам хочу сказать? Я по этому поводу, может быть, даже видео отдельное сделаю. Круг замкнулся. По моим впечатлениям, замкнулся круг. Вот мы сейчас вывернули с Ростовской области и едем по Волгоградским степям. Задонье. Ну, то есть здесь вообще сухота. Я считал, что это вот сухота, и когда мы как бы со своих степей выехали и поехали в Ростовскую область, в Крым, вот по этой сухоте. И поэтому, когда я въехала в Крым, понимаете, для меня это был шок, потому что вот сейчас я понимаю, когда мы назад сюда вернулись, и у меня еще свежие впечатления от Крыма степного и от крымских степей, я понимаю, что, знаете, у нас не сухота, у нас прекрасные степи, потому что в Крыму, ну там вообще голо. И вот именно вот это явилось для меня таким шоком, что я вот с такими шарами говорила, а где Крым? То есть, понимаете, я из наших степей попал еще в более худшие степи. И, в общем, у меня сейчас переосмысление ценностей. У нас не сухие посадки, это у них сухие. У них прям, понимаете, у них даже вязы стоят вот обожженные такие. У них вообще там травы нет. У нас хоть какая-то трава. То есть, понимаете, у нас прекрасные степи, как оказалось.
И вот я говорю, вот сейчас круг замкнулся, и вот мое как бы впечатление, полный оборот сделали, а я всегда люблю поанализировать, думаю, ну почему же так вот для меня таким это было, ну как бы открытием, ну вот потому что там, девочки, еще более сухой климат, еще более жестокие условия, еще меньше воды, чем у нас, это сейчас очень четко видно, вот прям четко, Феодосия еще суше, чем у нас, вот это вот окружение еще хуже, то есть там настолько суровый климат, вот этот степной, что у нас тут вообще оазис, реально. Прям низко, мне кажется, метров 200, метров 200 над этим, над землей, до стона, мне кажется, влага. Налетят, мы уже наговорились, устали от брюхилц. На рынке встретили, вы что на наш Крым наезжаете? Там чуть, блин, в морду не вцепились. Да. Я вам сейчас пришлю, какой Крым красивый. Так, у нас очередное включение. Мы, девчонки, плывем на паромной переправе через Дон. Здесь такие виды красивые вообще. У нас буксирует такой вот пароходик. Называется он Багратион. Но вы эти места уже видели. Девочки, ну что, я знаю, что вы переживаете, я дома. У меня за это время появилась еще одна кошка. О, так она еще и красивая. Приблудился котенок. Кошка. Ну это хорошо, что кошка. Нам его подкинули. Вот, представляете, подружился с моим котенком. Так, выкинуть их. Вот они тут по дивану скачут, как будто так и надо. Смотри, по шторам. Ну-ка, брысь отсюда. Дети им позволяют, как будто так и надо. Нет, такой самолет не полетит. Девочки, первым делом, что я сделала, ну, потому что я подозревала, что так оно и будет. Я завесила дыню узбекскую, купила. Вот не помню я это место этой стоянки, где мы останавливались, но я ее обязательно найду. Когда мне ее продавали, продавщица, там весы такие стоят электронные, раз так положила руку на циферблат. Блин, ну я их все повадки знаю. Я думаю, обвесит 100%. Ну, короче, это самое не стало заострять на этом внимание. Мне продали по 50 рублей килограмм. За 360 рублей я отдала. Типа 7 с копейками в ней было. Завесила в ней 5 килограммов. Я обязательно оставлю отзыв. Мне только надо найти вот эту заправку лукойловскую с этим рынком. Диана рыбу там брала. Вот, наверное, с рыбой тоже обвесила. У меня и рыба это есть. А может, нет, может, она в машине осталась у Дианы. Ну, короче, на 2 килограмма накололи. У меня были такие подозрения, но вообще вот такие вот кубанские продавцы. Так, в общем, я дома. Все нормально. Так, сейчас посмотрим. Тут у меня платочки пришли. В общем, все хорошо. Дети все болеют. Петрович у меня вот с таким фонарем ходит. Вписался в мой кондиционер. У меня кондиционер около сыроварни. Мимо него пройдешь, но он, правда, низко висит. Смотрю, захожу домой, у него вот здесь вот глаз, бланш. И, в общем, вот здесь повреждено. Да, голову поднял, а тут кондиционер, говорит, на пруд, на мой декоративный загляделся. И говорит, поэтому пенсию не еду покупать. Тебе, говорит, деньги остались. Я говорю, какие деньги? Ты что? Какие деньги могут быть с отдыха? Ну, так что все хорошо. Но то, что меня обвесили, я знала, что обвесят. Девочки, это 100 рублей в плюс продавцу. Я обязательно найду. Ой, блин, напишу отзыв. Я даже видео по этому поводу сниму. Потому что уже такого давным-давно нет во многих местах. Никто никого не обвешивает. А это, я говорю, они, понимаете, вот эти вот кубаноиды и еще некоторые товарищи. Ну, раз турист едет, что, его надо ободрать как липку. Девочки, всем привет! Я приехала с Крыма и обнаружила дома вот такого котенка. Подкинули. Но мне дети писали, что на самом деле подкинули. Но я не думала, что он такой красивый. Посмотрите, какая у него окраска. Всем огромнейший привет! Я наконец-то добралась до платков и хочу их вам показать на продажу. Есть мои платки, есть платки, привезенные с Оренбурга, друзья. Они все разные, я предлагаю их вам рассмотреть. Это совсем другая техника вязания. Посмотрите, вот такой тоненький платочек.
Здесь, друзья, такой нежный-нежный светло-серый пух и тонкая основа. Посмотрите, пух, судя по всему, волгоградский, наш, то есть местный. Я это вижу, потому что он длинный. Такой, знаете, прям мягкий-мягкий. И стоит он, девочки, платок номер 10, стоит он 7000. Вот такой на нем рисунок. Очень красивая паутиночка. Небольшая, не вытянутая. Вот лежит одна козочка. Посмотрите, вот из этого пуха мы и вяжем платочки. Вот посмотрите, какой вот он. Видите, вырос на ней пушок. Вот такой. Потом это все выщипывается. Вот у нее уже хороший размер пуха. Все, пошла. Пошла. Давайте на другую посмотрим. Вот у нас козлик, звать его Пряник. Я из него вязала шикарный платок. Вот ты из этого тоже вязала. А это Зинка. Ну куда ты пошла? Зинка, Зинка, Зинка. Вот ей второй год будем с нее пух снимать. Вот они, видите, какие. Да вы мои красавицы. Красотки. Вот, пошли. Зинка. Ну вот, из таких козочек мы и вяжем. Вот тоже пух нарастает, видите какой. Будет такой красивый-красивый стальной цвет. Серый. Вот столько я напряла, но это кажется, здесь, видите, пусто. Вот еще надо сегодня допрясть. Ну, это на час где-то. Вот. И с этого уже можно будет, ну, пару перчаток связать. В смысле, одну пару и вторую пару. Две пары перчаток, я так думаю, связать. А тут я позориться не стала, ничего спичками подсвечивать. Вот фонарь включила. Это же железнодорожный фонарь. Кто не помнит его? Помните, нет? Кто давно меня смотрит? Железнодорожный фонарь, буржуйка, кочерга и собок мне на обзор приходили. Буржуйка СССР. Этой буржуйкой у меня сейчас кухня отапливается. Здорово так. Всем привет, девочки и мальчики. Всем привет. Так, сматываем. Сматываем то, что вчера напряли на перчатки. Мне удалось напрясть, ну, я не знаю, здесь... Может быть, грамм 120. Не знаю, сейчас смотаем и посмотрим. Когда смотаем, потом это дело все нужно рассучивать. Но совсем немного, потому что нитка не скручена. И сегодня какие планы? Нужно сделать повидло. Ну или хотя бы подготовиться к сделке повидла, к сделке. Нужно собрать помидоры и опять же подготовить с них что-нибудь. И нужно испечь хлеб. Хлеб я уже поставила. И вот сейчас думаю, наверное, знаете, все-таки с утра по-быстрому сделаю я шарлотку. То, что я вчера купила кондитерку, вафли и пряники, фу. В общем, как вам сказать-то, магазинная кондитерка, она вообще ни в какое сравнение с домашней не идет. Ну, вы сами знаете, что я вам рассказываю. Это еще не все. В телеграм-канале я вчера рассказывала, что вот я сейчас буду встречать платки. Я же их встретила, просидели мы там еще. Неправильное время сказали. Мы собаку Баскервилли смотрели, кино. Ждали, пока маршрутка придет. Привожу домой платки оплаченные. Вы знаете, я уже несколько раз сталкивалась с таким явлением, что вот вязальщицы, ну и перекупала тоже. Вот платок 1,5 метра, да, предположим. Они говорят, что 2. Платок 1,20 м, как 1,15 м, как в моем случае. Они заявляют, что он 1,40 м. Короче, я когда эти платки, да, там кольцо, на самом деле, хорошие платки, как бы связаны хорошо. Но размер за такую цену, они мне, в общем, прислали платки 1,15 м. Понимаете, не 1,40 м, как было заявлено. И на что, как говорится, я соглашалась. А 1,15 м, ну, разница есть.
Вот, а знаете, как это происходит? Ну, знают, что я беру хорошие вещи, как бы так особо не торгуюсь, плачу хорошие деньги, ну, потому что за хорошую вещь она не может дешево стоить. Ну и, наверное, прыгали до потолка, что такие как бы мелкие платки, это дорого. Это очень дорого я у них купила, даже для такого размера дорого, но мне понравилось качество. Вот там кольцо такое, пух завивался в кольцо, кто не понимает, про что я говорю. Вот такой пух, вдруг кто-то только что пришел, козий. Вот есть такие лохматые платки, прям вот как овечья шкура, козья шкура. Ну вот они были похожи. Ну размерчик, я когда пришла, я обалдела. Ну естественно, я сразу звонит и говорит, слушайте, говорит, так дело не пойдет. Я их вам отправлю назад. Я говорю, вы что мне с размером надурили? Мы их растягивали, я не растягивала, там кто-то растягивал. Я говорю, но мы спорить не будем. Не нравится, присылай назад. Я говорю, а что тут спорить-то? Можно спорить о качестве, о цене, ну о размере ты как поспоришь? Если ты пишешь, что платок 1,45 м в длину, да? А приходит 1,15 м, что тут спорить-то, я не пойму. Ну вот, ну то есть, понимаете, люди, как вам сказать, наглеть начинают самым натуральным образом. Видите, как бы, что адекватный покупатель у них, понимаете? Берет хорошие вещи, не ломает их на каждый полтинник. Ну, я представляю, как они до потолка прыгали. Что смогли всучить мне, как вам сказать, нормальные платки, но по завышенной раза в два цене. И, в общем, получается, что сейчас почта откроется в 10 часов, и я все это дело назад им отправляю. Они мне деньги возвращают. Вот так, понимаете, с этим пухом Только личное участие, личный просмотр. Все это на видео, на фотографиях, по словам. Все это брехня и провокация. Все врут, кроме меня. Вот как вот... Как нечего делать. Это то же самое, как корову покупать. Никогда не верьте, что вам там, как говорится, по ушам ездит. Что она дает 45 литров за сутки. Что, в общем, там она не больная и так далее. Очень редко ты встретишь человек, который тебе честно все расскажет про свою корову. И про платки, и про пух, то же самое. Про размеры. У меня как-то был случай, значит, на рынке. Но тоже вот смотрю платок. И женщина чуть ниже меня, но у нее рост, ну, может быть, 1,62 м, 1,65 м, не больше. Потому что размером, как бы, ростом ниже меня. Я говорю, а размер какой платка? Показывает платок. Она говорит, 1,60 м. Ну, я смотрю, какой там 1,60 м, он ей вот так, 120 см. Я говорю, нету, говорю, тут 1,60 м, тут 120 см. Она, нет, тут 1,60 м. Я говорю, ну нету, говорю, 1,60 м. Я говорю, вы понимаете, 1,60 м, это вас с головой должно накрыть, 1,60 м. Нет, тут 1,60 м. Вот понимаете, вот усираются, спорят, что тут 1,60 м, с чего они это берут, я вообще вот не понимаю. Вот для меня это загадка. Это, понимаете, это вот особенности местного менталитета, правда? Рассучивает нитку. Сильно рассучивать не буду, потому что я ее не слишком перекрутила. Вот так. Для того, чтобы она не ссыкивалась. Это терминология такая. Вот в этот момент ее можно скрутить с какой-нибудь другой ниткой. Когда рассучиваешь. Я в своем райцентре, пока сын пошел покупать диск, вот он его уже купил за 380 рублей, у меня сообщение пришло. Я 3 дыни купила. Дыни у нас по 20, по 25 рублей, ну, в общем, на 100 рублей 3 дыни. Я вам попозже расскажу, как меня обвесили, когда мы ехали с Крыма в Кубани, на Кубани. Меня обвесили, по-моему, 995 километр. Я потом искала это место, где обвешивают, хотела вам рассказать. Но я вам все расскажу, потерпите немножко. Всем привет! С утра пораньше с базы удалили, они спать завалились. Немало. Они уже давно шелаются с ночью. Нет, они дома были, я их вчера снимал. Здесь пасутся наши коровы, ну, в общем-то, мне не дает. Всем привет! Обратите внимание на стадо за моей спиной. Это наше стадо, это наше пастбище. И до поездки в Крым я думала, что наши места, это, знаете, это... Ну, просто суши не бывает. Это прям буквально полупустыня, переходящая в полную пустыню. Ну, степи.
Я живу в Волгоградской области, и вот буквально недавно мы ездили в Крым, друзья. И вы знаете, мои зрители удивились, что когда я заехала в Крым со стороны Керченского моста, со стороны Крымского моста, я увидела там степи, которые не сравнятся даже с нашими. Там при подъезде к Керченскому мосту вообще голые холмы, голые. То есть, представляете, Крым, как оказалось, еще суше, еще голее, чем мы. Я была этим поражена, потому что привыкла видеть Крым немножко в другом свете. Все обычно показывают зелень, какие-то тропические, вернее, субтропические растения, но никак не вот такую выжженную полупустыню, как у нас. И я была удивлена, и когда я заехала уже сюда, домой, в Волгоградскую область, я вдруг поняла, что у нас по сравнению с Крымом, со степным Крымом, ну просто оазис. Белая тоже наша, но она хитрая. Надо сбегать, иначе они вырвут это ведро у меня из рук. А там тут крупные яблоки остались. Насыпь посидят. Что? Насыпь посидят. Они не съедят, они подавятся, они не могут. Может, уже. Вот она, смотри, пришла. Иди. Ну что вы? Иди. Мам, тут одна умная. Нет, они не будут. Или будут. С пола будут. Иди. Ну, чего вы? Настя, как будете?
храпишь так? Забываешь, что дышать не надо? Я не могу, мам, не дышать. Привыкай. Че, виноват, что у меня этот нос не дышит? Потом дышит. Потом тихо получается. Получается. Интересно, как меня вот слышно? Я не знаю, как слышно, но, блин, слышно. Ты, короче, не дыши. Нет, ты снимай, но не дыши. Ты издеваешься, не дыши. Ртом дыши. Че, распробовали, да? Ты распробовала? Прикольная какая. Красотка. Это из пуха вот этих коз связана вот эта вещичка, что на мне. И все, что я показываю, тоже из их пуха. Ну, конечно, они наелись, ходят как бочки. Что им мои яблоки? Пойти коровам отдать. Или оставить им на ужин. Все. Обиделись и ушли. Обиделись. Ладно. Зря только старались, резали. Раскидали, ладно, червячки съедят. Вот там стадо козий пасется, они, наверное, не такие гордые, как нас. Вот они бы, наверное, 100% съели бы. Пришли новые косынки, платки, палантины, такие красивые. Вот надо сейчас сделать обзор, не знаю, может быть, завтра выйдет. В Телеграм уже люди все видели. Можете подписаться на мой Телеграм-канал, там все это в реальном времени. Как только что-то новенькое появляется в жизни, либо среди пухов вещей, люди наблюдают. Они уже видели, что я сегодня сыр варила, ну вообще все, там все онлайн. Ссылку я оставлю на Телеграм-канал. И, в общем-то, пуховых штук сейчас просто шикарных. Очень много, выбор очень большой. Я даже не знаю, как делать обзор, потому что он будет очень длинный. Наверное, его как-то частями нужно сделать для вас. Козочек сами видели? Козочкам надо сено покупать, зерно. Они стараются для нас. Вещи их теплые, париться можно. Так что, друзья, смотрите ссылки в комментариях. Приходите, заказывайте. Мы с Козой будем очень рады. Если вам понравятся наши вещички. Смотри, стадо бараньи, туда тут есть. Там наши козы тоже есть. Вон там стадо козий, там наши козы тоже есть. Они ну как попали, они ходили, а это паслось. И в общем они там и остались. Сначала одна с козлятами туда ушла, а потом вторая с козлятами. Ну я с хозяином переговорила, так они там и будут до осени. Потому что там наши козы тоже есть. По идее там должно быть две козы и три козленка. По идее вот так. Насколько я знаю.